такой как бы день, когда я просто решила поехать в Питер. Просто немножечко там куда просто зайти. Мы едем с Денисом. Ну, я уже не Денис, я сейчас Антуан. Да, с Антуан мы едем. Ну, какая-то такая рабочая поездка. Я еще планирую удалить ребра. Ребра? Да. Чтобы ебло. Мы сегодня снимаем в таком центре, как бы, и сейчас возьмем интервью у одной из наших актрис Светланы. Светлана, как вам работается в торговом центре? Ой, знаете, хорошо, тут люди хорошие, цены нормальные. А как вот насчет похомячить, допустим, да, по возможности? Если честно, я уже, конечно, съела там кусочек конфетки, колбаски. А там вот еще дегустация колбасы. Серьезно? Да, я там поела уже, там 6 видов. Увидимся. Как бы такая работа, такая нормальная.